Всем привет! Сегодня у нас 9 ноября. Буду убирать яблоню сорта Фуджи. Японский сорт, суперовый сорт. Для меня это яблоко, ну вообще этот сорт считается номером один из яблок. Из всего, что я пробовал, самый вкусный, самый лучший сорт. Фуджи, его клоны, Кику 8, Ятака, Бенни Шогун. Ну и я думаю, другие, которые я не пробовал, клоны Фуджи, тоже будут достойны. Это обыкновенный сорт Фуджи, позднезимнего срока созревания. Вот такой вот имеет вид, вот такие яблоки красивые. Вот такая вот красота. Такие вот яблоки, очень красивые. А как полежат вообще? Их и сейчас можно кушать, они вкусные, сладкие. Дереву 6 лет. Вот так вот загружено яблоками. В этом году схватило парши чуть-чуть. Вижу, на яблочках есть кое-где. А так вот показываю его потенциал плодоношения этого сорта. Вот так вот он с северной стороны окрашенный. Я сижу сейчас с северной стороны. Это утро. Солнышко сейчас всходит, светит чуть-чуть. Вот такие вот яблоки. Дерево посажено на 106 подвое, мм106. Яблок вот как видно много. Вон видно вот там вот парша. Кое-где и схватило паршу. Самое интересное, что уже в конце лета, в начале осени. То есть летом не было. Вот есть яблоки треснутые, пару штук, видно, что-то кто-то чем-то зацепил. Такие вот, такая красота висит вот в листьях. Вон сколько его. Сорт яблока Фуджи. В подвале хранится бесподобно, мякоть очень сладкая, сочная у него, не теряет своих вкусовых, только улучшает. Мне нравится этот сорт за то, что он позднезимний, но его можно с дерева прям кушать. Он очень сладкий, ароматный, хороший. Вот если сравнить Gold Rush с дерева, он не годится. Ему надо лежать, вылеживаться, чтобы быть, ну, чтобы потребление было, чтобы он был, набрал свои вкусовые классные. Фуджи можно как сразу кушать, так и до лета, а то и летом. Хранится бесподобно. Нет у него такого свойства, как рыхление мякоти. Нету свойства, как песочная мякоть. Оно всегда сочное, полный сок рота. Очень сладкое, без кислоты. Чем дольше хранится, тем больше набирает медовый аромат. Такие вот яблоки. Сейчас обойду с другой стороны, покажу. Я этот сорт советую всем. Я уверен, что кто его сене посадит, то будет очень доволен. По урожайности, по товарности, по вкусовым качествам, по лёжкости в подвале. Потому что много сортов яблок, которые заявлены, что лежат как бы очень хорошо. Но в итоге я пробую, то если до Нового года они долеживают, это хорошо, но мякоть начинает становиться песочной. Но это у других сортов, у зимних, как описывают и в описании. То есть они хранятся только в холодильных камерах или в газовых камерах. Этот же сорт хранится в обычном подвале без единого потеря качества. Только улучшает свои качества. Очень вкусный, товарный, классный сорт. Вызревает каждый год у меня. Солнце светит, заслепляет. То есть проблем с вызреванием плодов я не вижу, не наблюдаю. Вот с другой стороны, такие вот яблоки. Класс. Я сниму его в подвале, покажу, какой у него вес, вкус. Сегодня 20 января 2019 года. Вот сорт яблока Фуджи при хранении. Вот такие полосатые, бледненькие яблочки. Вроде как бы и невзрачные на вид. Но поверьте, они очень вкусные. Это сорт номер один. То есть я считаю, что это просто бомбезные яблоки. По всем характеристикам. Есть у него, конечно, и минусы.
не спорю, небольшие. Ну, на эти минусы можно закрыть глаза, если посмотреть на все его плюсы. Сорт очень товарный, как бы и по размеру, и по виду. Вроде как и невзрачный, но я скажу, что товарный. Очень вкусный, мякоть очень твердая, плотная, сладкая, с ароматом. Сейчас попробуем такие яблочки. Очень сочная. Очень сочная. Там внутри вот как медовая аж. Очень сладкая. Такое ощущение, как будто его медом намазали. То есть ароматное яблоко с таким цветочно-медовым ароматом. Чем дольше она лежит в хранилище, тем больше улучшает свои вкусовые качества. Становится более насыщенный пряный аромат у него. Сочность не теряется. Мякоть не размягчается. То есть мякоть как была плотная, сочная, так она и остается. Очень длительный срок хранения. В холодильниках может храниться до урожая следующего года. В подвале хранился у меня до июня месяца, без потери качества. Потом просто мы его поедали. То есть надо в этом году оставить, попробовать, сколько он будет лежать в обычном подвале, до какого времени. Сорт просто класс. Сказка. Вот сблизи его покажу. Такие вот яблочки. Красивые. Поражается паршой, то есть по-любому надо обрабатывать от парши, потому что если не обрабатывать, будет на данном сорте парша. Вот это, конечно, минус у него. И периодичность этого яблока может быть, особенно на среднерослых подвоях, может рожать через год, потому что он грузится урожаем довольно-таки сильно. Так, давайте посмотрим вес какой у него. Этих яблок. О, вес, елки-палки, надо включить. 315 грамм. Такие вот красавцы. Так. Триста восемнадцать. 317. По 300 грамм яблоки. 280 до 300 грамм. 300 грамм. О, шикардос. И вес, и все. О, яблочко красивое тоже такое. 329-330 грамм. Вот, в руку сейчас возьму. Два яблока. Просто, просто класс. Размерчик и видончик классный. Яблоки стоят. То есть, у кого нет этого сорта, обязательно его себе посадите. Я думаю, что это будет ваш любимый сорт в вашем саду из яблок. Класс. Так. Японская селекция. Ну, вес, видите, какой. 360 даже есть. Сейчас маленькое сложу, посмотрим. 220. Весы не равно стоят. 221 грамм. Ну, хороший. Твердое. Вот яблоко сейчас холодное, аж зубы сводит. И сладко, очень-очень сладко. Сейчас вот это внутри как мед вообще. Сейчас еще раз съедим, попробуем. Очень-очень сочное яблоко. Просто не могу кушать, потому что сильно холодно на улице. Яблоки очень холодные. Короче, кому понравилось видео, обязательно ставим палец вверх. Кому не понравилось, ставим палец вниз. Подписываемся на канал. Под описанием яблока есть прайс на черенки. Можете заходить, смотреть. Кому что интересно, заказывать. Всем спасибо за внимание. Всем пока.